Как, делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон Жека Игр, и добро пожаловать в новую серию Скорострела в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет! Нормально. Нормально. Ставьте лайки, если вам тоже нормально, если жизнь у вас проходит так же нормально. Если прям много лайков, я обещаю, то сразу же выйдет следующая серия, поэтому ставь лайк прямо сейчас, подписывайся на канал, если ты не сделаешь ни то, ни другое, ты вообще... Кто, Игорь? Пипесуль, там ставь лайк, подписывайся, а мы с Парсенцепа погнали! Пинус. Давай, все. Ну что, мы с вами будем начинать? Да, Эдисон, я готов, я Шаолин, давай. Я монах. Давайте, на счет три, давайте. Раз. Два. Три. Спасандре! Так. Куда папа шел на башню? А ну быстро слез оттуда! Ир, ты шо, собака? Что за война, ребята? Я не понимаю. Какая война? Вы это видели? Вы видели это? Так. А ну стой, падла. Так, Жека вообще, я так понял, на снайперку забил. Ах, ты ж говно. В смысле? Нет, я как бы пошел за ней, просто я когда пришел, уже забрали. Ты уже залагал. Эдисон как-то быстро прям туда вообще забрал. Ну потому что я дальше всех от снайперки был. А Игорь вообще пофиг на эту снайперку. Я пистолет взял и побежал сразу. Мазафакер! Кто? Кто? Ты на кого рот поднял? Пацаны, вы можете сказать? А тут пулемет в этот раз есть, кроме P90 что-то есть? Нет. Ну, пистолет и дробовик. Ты что, мало ли что оружие? Это мало. Мало шара! Сама такая, понимаешь? Что так громко? Что громко? Ну вот так вот, Эдисон, значит, да, хорошо. Пацаны, а у вас тоже нет прицела? Ну почему-то, ну да. Вот эта крестика по центру, да? Да. Ты жухлый баклажан, иди сюда! Жека Евген! А? Жека Евген! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-я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 й-
Больно, ты мне выстрелил в колено. Ты понимаешь, что ты поранил мое сердечко? НЛО! НЛО! Ой, НЛО. Ну, Эдисон просто мама не умница. Обращаю внимание. Все, больше нету НЛО. Нет, НЛО. Ага. Так где вы? Меня патронами убил, прям пулями, прикинь. Патронами? Понимаешь, что это незаконно. Знаешь, что у людей... СМЫСЛЕ КАК?! Эй, подождите. Я так долго целился и так медленно стрелял. Подождите, подождите. Подождите, пацаны. Селена Гомес. Чего делать вообще? Мы... Играем. 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 НЛО! 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 Ага. Где? Вот там. Я же говорил, он типа, ну... Я безобидный Игорь, пожалуйста. Меня Игорь зовут, понимаете? Здорово, хватит. Здорово, Игорь. Что это тут падает? Как ты не умер с одного раза? Я ж типа тебе попал. Все понятно, все понятно. Кто стреляет? Мои пули долетели куда нужно. Все нормально. Слышь, Игорь, а вот там, где ты сзади смотрел, вот сзади. Вот сзади. В смысле сзади? Что смотрел? Я ничего сзади не смотрел, Эдисон. Это ты у нас задний привод. Смешно, смешно. Сейчас кто-то люлей отхватит. Я сказал, сейчас кто-то люлей отхватит, ёпты. Хорошо, Все очень даже хорошо. Почему мы умираем больше? Подождите, мне просто ради интереса. Ага, Шадоу Пристак умер. Хорошо. Мне ради интереса. Кто больше умер? Давай. Я. А просто чекни, как это посмотреть. Ага, ага. Минус, напишите. Минус Евген. А, больше раз Жека умер. Вонючий, пахнючий, Игорь. Плохо пахнет. Игорь. Где надо?
Где был вообще? Я не понимаю, короче. Я просто не хочу в это больше играть. Я не участвую больше. Ты не участвуешь. Как ты, где это делаешь? Как ты, где это делаешь? Как ты, детка, это делаешь? Фу ты вообще! Не видите, что он делает? Это просто спаун килл. Уходи. Давай, я не буду нажимать возродиться, пока ты будешь. Я ушел, все. Заколебал. Нет меня тут больше. Нет, блин, почему я вас не вижу? Иди ко мне на базу, выгоняй его, давай. Я у тебя на базе как бы. А, вот. Иди отсюда! Да ты его сначала приглашаешь, потом выгоняешь, да? Да, ты меня сам позвал, я пришел. Это как сейчас было? Все патроны в тебя всадил. Па-п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 а! Надрыв! У меня патронов нету больше. Да. Я понял, Эдисон, у тебя есть патроны, а у него нет. Вот это я понял, короче. В смысле, вот у него патроны есть, вот её застреляет! Одна пойма осталась, просто у меня подлагало. А, у меня на автомат тоже уже нет, зашибись просто, зашибись. На автомат все, можно выбрасывать автомат. На дробовик у меня уже давно нет, вот так. На варику тоже нет. На дробовик. У меня писало то, что есть патроны, я не мог стрелять! Это читы. Стрельба. А ты что делаешь на моей базе? Вообще пошел вон отсюда. Пошел вон. В смысле? Где хочу, там и хожу, понял? Мы везде закончились патроны, понимаешь? Заколебал, честное слово. Дебил. Иди ты в жопу. Может, нигде сундуки облатало, не знаю. Надо посмотреть. Ага, зашибись, у меня тоже нет. Да, ну что, пацаны, и гуляем? А? Да как ты не умираешь? Пальба, везде пальба. Ты понимаешь, я сейчас драгоценный патрон потратил впустую. Да я каждый раз так трачу. Уже. Пошел ты сраку, я вижу, что ты за мной бежишь. Ой, я в яму упал. Ага. Сын, ну убирайте свое оружие. С оружием играют только нубы. Да в прошлом я не буду вспоминать прошлую серию, хорошо? Нубик! Это мгновенная карма, понимаешь? Ага, и у самого есть патроны. Не, я с ножом бегаю. Собака. Я тоже с ножом бегаю. Давай, иди сюда. Хорошо, я ухожу отсюда. Да откуда у тебя столько патронов? У него на дробаге, на пистолет. Ну, 100%. Понимаешь? Ты прячешь. Отстань от меня, со своим дробовиком бежит он там. Или снайперком, не знаю, чем ты пользуешься. Нормально, наверное, сейчас я буду мстить за прошлую серию. За меня, Игорь! Я просто... Игорь, смотри! За мной бежит Джек, а я пытаюсь убежать от Эдисона. Так, все, закончились патроны на пистолет. На пистолет закончились патроны. Да в смысле, я сказал, что они закончились. Ты задрал, я просто в шоке с тебя. Ой-ой-ой. Сколько там еще патронов на дробовик? Да нет, все, больше уже нет. Два осталось, два. Нет! Все, последний. А нет, не последний, ошибся. Баланкил. Сколько у тебя еще патронов? А, еще 482. 482 патрона, да? Да. Хорошо. Ты совсем дурак? Считай-ка. Считай. Опа! Здорово! А где... Я Игоря не могу найти. Не могу найти Игоря. А, нет, могу. Чисто привет. Привет. А, вот ты. А что таки? Опасность. С ножика!
Так. Так, мне нужно убивать Эдисона. Жек, давай вас Тим. Жек, Тим. Да я и пытаюсь тимиться, я тут бегаю. Давай, Жек, я рядом с тобой пробежал, я Тим, я тебя не помню. Хорошо, бегу. Режем его с двух сторон, зигзаг. У него снайперка есть, ты не забыл про это? Нет, у меня снайперки больше. Ты слышишь, да, его слышишь? Нет, у меня снайперки, я говорю, что нет. Готовься, мы разбойники. Как только он убежит, мы должны, короче, напасть ему. Да, я понял. Давай. Короче, кусай его за лево. О, кусай его! Это нельзя тебя убил, он тебя застрелил. Не сработало. Все, нет патронов на дробовик! Просто так, да, осталось, конечно. Нет патронов, нет. Вон он там, вот сзади, он по нам стреляет! Уворачивайся зигзагом! Зигзаг! Бей, вон один удар осталось, давай, за ним! Лари! Да ты что сделал с зигзагом, надо бегать, ты не понимаешь, Игорь! Да я вообще его встретить хотел, понимаешь? Давай! Опа! Хлебаль! Я убил! Минус давану скопом! Ну понятно, блин, безоружных-то бить. А, ну что? Безоружность. Прошлую серию вспомнил. У нас всего лишь ножи. Прошлую серию вспомнил. Ножи — это вообще-то холодное оружие, понимаешь? А типа, пистолет — ты нас долго убиваешь без этого, хватит. Пистолет — горячее оружие, ножи — холодное. Давай будем холодным сегодня оружием. А, ну нет, там пошел, пока. Собака! Эй, Игорь, беги отсюда, спасайся! Что бить, не бей, у меня патронов больше нет! Как ты меня достал? Вот так взял и достал. Иди сюда, бердянский парень! Да иди в жопу! Я просто с ножика всех зарежу, понимаете? Месть! Хорошо. Пацаны, вы как там? Я в шоке, понимаешь? Он специально режет. Он специально режет только меня, короче. Я не знаю, он открыл охоту, он что-то имеет против бредалов. Если бы я ударил два раза, ты меня ударил тоже два, но почему-то ты не умер, а я да. Здорово, Жека. Сколько ты зарабатываешь, объясни. Так, все, патронов больше нет, нет больше патронов. Ну что, посмотри, что мы делаем? Кто-то уже просто... Ты меня вот сейчас накилял, да? Я вот сейчас типа я сдамся, теперь надо три раза убить Джеку, четыре. А, вот, 10, вообще 10 давай. А ты меня достань, Так. Ой, не выехал. 37. Выехал. А ну иди сюда, я должен тебе отомстить. Ах ты собака! Все, месть закончена. Ладно, все, я отомстил. А смотри, как куда он залез. Да я видел, он там уже полчаса сидит. Я там не полчаса сижу. А, понятно, почему он не умирает. Вот именно. Так, кто? Все. 37. Я в народе победил, так сказать, а в принципе, а по-другому не важно. Ну, тогда мне кажется, что можно прямо тут заканчивать, в этом сидите, я буду в пациенте. Не-не-не, мне кажется, не надо заканчивать, надо сначала лайк поставить на блог. Лайки сначала наставить. Точно. Ну, давайте тогда мы закончим после того, как вы сейчас лайк поставите, если вы еще не поставили. И если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь, пока мы заканчивать не будем. И комменты. А, и комменты напишите, если хотите продолжение. А, Инстаграм. А, точно, еще Инстаграм есть, в Инстаграм тоже можете подписаться. А еще и там еще на лечение скидывать еще. Спасибо всем за просмотр. Пока. Всем пока. До свидания. Я.